компания Panasonic. Вот. Беспроводные наушники True Wireless, хватает на 30 часов, модель RZ-S300W. Ну что, давайте их откроем, посмотрим. Наушники можно использовать плюс в спортзале, у них есть защита по IPX4. Хватает до 30 часов, это с учетом того, что у нас кейс выступает как зарядка, соответственно. Сами наушники, ну, довольно-таки миниатюрные, ничего себе. Ну-ка. Так, это кейс, который у нас, соответственно, подзаряжается при помощи USB Type-C. Сверху название Panasonic, сюда они вкладываются. Сейчас мы их положим. Есть амбушюры сменные, маленького, среднего и большого размера. Type-C кабель тоже положили в комплект. Вас обрадую, что данная гарнитура тоже участвует в розыгрыше. И плюс на сайте сейчас есть специальная цена на них в честь 23 февраля. Предлагаю ознакомиться с дизайном этих наушников. Значит, по времени работы они полностью заряжены, готовы проработать порядка 7,5 часов. Если мы, ну, их подзаряжаем, то можно полной автономности добиться до 30 часов. Но, кстати, есть такой лайфхак. Можно использовать, к примеру, по отдельности. То есть мы достаем один наушник, с ним ходим, и заряд хватит в 2 раза больше. Ну, это такой, это лайфхак, которым можно, кстати, пользоваться. Плюс есть режим фонового прозрачного звучания. То есть, когда мы, к примеру, с кем-то хотим поговорить, или вот мы идем, к примеру, от метро, зашли в магазин, чтобы не вытаскивать наушники, мы, к примеру, останавливаем музыку и включаем режим прозрачности. И так мы хорошо слышим. То есть у нас наушники не как затычки работают. Кейс довольно-таки, ну, небольшой, поместится в любой карман. Такой очень хорошо становится. Открываем. Наушники, соответственно, у нас немножко на магнитиках. И если мы сюда их вставляем, они у нас, видите, до конца сами туда вставляются и магнитятся. Управление у нас здесь происходит при помощи сенсоров. Они находятся вот здесь вот на, соответственно, подушечках. Здесь все по стандарту. 2 раза нажали следующий трек, 3 раза нажали предыдущий трек. И 1 раз нажали, ну, соответственно, остановили паузу. Если нажать «Подержать», у нас включается голосовой ассистент, либо как раз если нажать «Долго подержать», включается режим вот этой прозрачности. И в кейсе есть индикатор заряда, то есть насколько у нас сейчас кейс заряжен.